До ностартов. Ну, это нормально. Почему? Гоп без рестартов. Не, так неинтересно. Я уже, опять же, ребят, я проводил голосование по поводу рестартов. И, блин, уж лучше рестарт и интересная сборка, чем сборка нулевая и страдания, я не знаю, боль, страдания и так далее. О, Касани Мидасан. И это интересная сборка. Ну-ка, здрасте. Блин, не успел, нет. Для Касани Мидас у меня слишком пока мало урона. Окей, приняли к сведению. Рано еще танчить лицом, урончика недостаточно. Нужно больше урона. Как только будет много урона, сможем танчить лицом адекватно. И получать за это денежки. А пока что... Ну-ка, стоп. А вот так вот. Надо бы еще... Касание Мидаса круче всего, конечно, заходит за Самсона. Потому что от того, что ты танчишь лицом, ты еще и урон сверху получаешь. А враги превращаются в Зоита. Чистая Зоита. Так. Минус. Минус. Отлично. Жалко того, что я в эти кучи упираюсь, они золотыми не становятся. Было бы прикольно. У меня что, Excel, что ли? Не, у меня не Excel, у меня обычка. А, вот, вот, все. Все. Ненавижу этих мух. Ура! Пол хп. Отхил. Фейм. Ой-ой-ой-ой-ой. А зачем в такой узкой комнате-то? Это как бы не камильфо. Или просто не очень. Фух! Найс. Кусок мяса на защиту и погнали. Этим куском мяса... Так, смотрите, у меня есть орбиталка, у меня есть касание Мидаса. Мне теперь надо или секхед, или хотя бы какой-нибудь защитный артефакт. Собирать половителя мух. Есть толк? Есть халявный полет. Шаг выше. Сейчас прочту. На первом этаже экрана с названием нарисовано 6 монет. Если взорвать 6 раз машину грида, то что-то откроется... А хрен его знает, если 6 раз взрывать, я еще не настолько задрот, и я не пробовал. На самом деле, это надо у Флат спросить. Либо Poison Touch еще найти. Не-не-не-не-не, мне нужен либо защита, либо отхил, понимаешь? А с помощью мешочков мне может выпасть отхил, либо батарейки, чтобы защиту тюпа. То есть защита на пробел, это Бог оф Шадоу, или это этот копыта единорога. А с помощью Сакхед мне будут выпадать батарейки, я смогу их юзать постоянно. Не. А у меня... Ну, чаёк остался? Не, чаёк весь выпил. Ладно. У меня, по-моему, одно хп, да, поэтому проклятую комнату мне сейчас идти не камильфо. Поэтому проходим просто так. Потому что мы можем. Я думаю, мы можем. Мне так очень сильно кажется, ладно. И желательно еще нахоботить себе где-нибудь отхил. У-у-у, это хорошо. Ой-ой-ой, как это хорошо. Игровая, когда у тебя есть касание Мидаса, и ты, если бы у меня была отличная защитка... Я мог бы надёбать себе великую кучу денег, и за это великие кучи денег великую кучу раз играть, и получить великие кучи артефактов. Все кучи практически великие. Почти все. Так. Чё я тут хочу? Я здесь хочу отхил. Да. Поэтому мне надо играть. Спасибо. Этого, в принципе, хватит. Так, теперь у меня 2 сердечка. Уже гуд. Сокровищницу проверяем, и, собственно, я не знаю, можно лицом потанчить. Надо проверить и сокровищницу, и магазин. Для этого нужен что? Глюч. Еще один глюч. Вай, как прикольно. Есть. Значит, мне добавили 2 серых сердечка. И теперь у меня есть шанс отклонить снаряды, которые будут лететь в меня. Душа это очень топчик. Прям всем топчиком топчик. Ну, кстати, у меня куча серых сердец, аж целых 3 теперь. И, в принципе, я могу сделать вот так. Вот, да. Так. Там.
Так, еще две бомбы. Две бомбы это, конечно, хорошо, но мне бы глюч. Хочу глючик. Ау. Блин, на халяву прокакал. Сердечко, половина целого сердца. Половина серого сердечка. Итого у меня осталось так. Два серых сердца, три красных, да? Да. Отлично, есть глюч. У меня даже есть фактически одна комната, в которой могут быть враги. Поэтому я ее пока оставляю, я ее не прохожу. Фэнни-пэк. Фэнни-пэк с касанием Мидаса это еще более крутая вещь. И, пожалуй, да, я ее возьму. Так, вот так вот сделаем. Ать. Теперь мало того, что когда я буду танчить лицом, я буду получать урон, с меня будут дропаться вещи. Еще за счет касания Мидаса с меня, ну точнее с врагов уже, будут дропаться деньги. Это плюс. Что-то мне кажется, его проще куском мяса завалить на самом деле. Мясо! Мясо! Так, соска, скорострельность, хорошо. Еще одно серое сердечко сверху. Полет. Так, у меня три сердца как раз, я смогу все купить. Все, теперь полет, теперь фиршот. Больше урона, слезы страшные, Айзек страшный, всем страшно. Погнали на следующий этаж. Да, шаг, привет, ребят, здорово, парус. Либо поздно точно идти, ну так-то так, змеиный укус. Да, вот змеиный укус был бы топчик на самом деле, действительно. Мидас, а не Медасом. Шаг, спасибо, то, что научил ломать игры. Да, не сты. Всемку, здорово. Ну, Беловазики, объясните, как открыть Самсон. А черт его знает. Читай выше. Да. Хорошо. У нас есть полет. У нас есть... Короче, мы в синего малыша такого своеобразного превратились. Поэтому надо с ХП быть чуть-чуть поаккуратней. Совсем капелюшечку. О, сердечко. Опа, череп. Так. Что бы мне сделать такого вот с этими чуваками? Просто убить? Я думаю, стоит накопить 15 монет. Угу. Поэтому этих я... Да, хватит. Этих я убью пока просто так. А вообще надо 15 монет где-нибудь достать. Шприц красный на антивирус-то. Да ну его. Он, конечно, не, я не спорю, он хороший, но просто да ну его. Мне сейчас нужна защита на пробел. Я D6 обменяю на того самого. Копытца единорога и... Так, а ну стой на месте, тварь. Достала. Да. Ну ладно, хотя бы ключ. Спасибо и на том. За один ключик. И кучу потраченного хп. Fear shot. Вообще на этих мухах можно целое состояние заработать, но у меня хп слишком мало. Или реген хп, да. Сейчас сек-хэт и реген хп. Вот, и все будет ток прям. Даже защита не нужна. Сек-хэт, реген хп, все. То есть, Book of Revelation, Satanic Bible, гвоздь программы. И так далее, и тому подобное. Это все будет ток. Ну, давай, глючитай. Открой личку. Видали, эта душа у меня отклонила снаряда от меня. Очень классная вещь. Очень шикарный этот факт. Кейвс 1. Флот Кейвс 1. Где сокровищница? Так, Магар, сокровищница осталась. Магар, is that amazing? Спасибо за фоллоу. Сокровищница осталась где-то сзади, сдается мне. Поэтому надо вернуться и попробовать пройти. Так, так, так. Есть. Ну-ка, Жера. Нет, пьюрити. Кстати говоря, включим свет. Так, хп за 3, пожалуй. И здесь нажмем. О, even more option. Перед сокровищницей. Самое то. В сокровищницу я еще не заходил. Это ок. Давай, давай, давай. Взрываем. Есть. Even more option. Фух, вот теперь можно идти в сокровищницу, в принципе, да. Шаг, привет, привет. Здорово, Альп. Альп, слушай, я посмотрел, короче, Wizard's Lizard. Мне не очень привлекло. Игра очень... Во-первых, она слизана с Айзека, с дополнениями от спелунки, спеланки. Вот. Честно говоря, мне не очень пошло. Вот серьезно, абсолютно. Ну просто вот... My God, is that amazing? Спасибо за фоллоу.
Вот не мое, в общем, это. Я в нее вроде пару забегов сделал. Один раз сдох от кипера, потому что кипера случайно атаковал какой-то враг. Просто враг попал по нему снарядом, кипер начал атаковать меня, я с ним бился. Но все же сдох. Вот. Ну, то есть... А второй раз я умер, по-моему, на третьем или на четвертом мире, не помню. Короче, не знаю. Мне Айзек гораздо более приятен с точки зрения игры, нежели вот она. Сорян, конечно, но не очень. Самсон неплох. Ну еще бы. Слезы страшные, Айзек страшный, будни страшные, погода страшная. Нормальная погода, кстати, снег выпал. Все ок. Погода становится более-менее нормальной. Новогодней. Еще и холодно, так что просто жесть. Так, у меня нету ключа, у меня есть ключ. Молодец, стримишь от души. Спасибо. Нет. Можно, конечно, шахтерскую каску взять, в принципе, чтобы секретки видеть, да? У меня даже бомба на них есть. Или заролить к чертовой бабушке и получить два совершенно других артефакта. Я, наверное, так и сделаю. Сначала у нас в любом случае будет босс. Смотрите, короче. Артефакт не заряжен. Супер секретка должна быть здесь. Вот. D6 у нас не заряжен. Мы проходим босса. Смотрим, что за артефакты у него. Может быть, будет сделка. Смотрим, что за артефакты на сделке. Если там нас все устраивает, мы возвращаемся и ролим. Если что, тогда ролим здесь, а возвращаемся и берем спиланки хэд. И ищем обычную секретку. Бойся меня, слушай. Обоссался от страха. Я прошу прощения, что так вот противно говорить, но это правда. Это же пип. Ай. Интересно, почему касание Мидаса на эту глаз не действует? Должно, по идее. Либо действует, но так же, как и на босса, очень редко. Я не уверен. Конечно. My God, is that amazing? Спасибо за фоллоу. Так, стоп. Его надо куском мяса просто отшлепать по щекам, я так чувствую. Ну ладно, переживет. А, мне сейчас Крампус наверняка попадется, если будет сделка, правильно? Пущ. Нет, сделки вообще не будет. Такие. Булавка меня полностью устраивает, поэтому мы идем и дешестерим сокровищницу. Итого пробел. Угу. Была ли в магазине батарейка? Мне уже интересно. Так, здесь сверху не может быть секретки. Так, была, но не такая. Ладно, возьмем мы эту батарейку, чего бы нет. Это хороший фолловер. Батареечный. Так. Хорошо. Это батарейка. Ладно, так, не, надо все-таки что-нибудь сокровищницу взять, да? Если не зуб монстра, то хотя бы лилоки. Мой фолловер, который будет стрелять в 4 стороны. И, собственно, выходим, наверное. На сокровищницу Пуфик! Доброе утро, Шак и чатик. Здорово. Шак, как ты думаешь, можно ли сломать игру с помощью бланкарты, Хайрофанта и Свеллот Пенни в грид-моде? Можно, но еще проще 100 в Diamonds. Но вообще, по идее, можно, конечно. Если у тебя еще Хэббит будет, тогда точно можно. Вот с Хэббит ты становишься... С Хэббит, Хайрофантом и Свеллот Пенни ты становишься бессмертным. И бланкартой. Серьезно, ты станешь бессмертным. Нужен просто Хэббит. Дайте снег, пожалуйста. Да, нас забирай. Шаг, тебе сказать, как здесь герой? Да не, не надо. Альп, честно. Ну, просто... Не. Мне сама игра, по сути, не очень понравилась. Я, конечно, извиняюсь. Я понимаю, что ты мне подарил, сдал от нее стрима, но мне сама игра, ну... Не. Я не очень люблю клоны каких-либо игр. За исключением, если мне сама игра не понравилась, а клон мне нравится. Так как это клон Айзека, а Айзек мне сам нравится, мне не очень понравился клон. Потому что там концепция и сама суть игры другая, нежели в Айзеке. Понимаешь? А, например, мне не нравится Dark Souls, потому что его на комп просто перевели отвратно. И без геймпада в него играть просто невозможно, да? Но мне очень понравился Lords of the Fallen. Потому что его сделали на компе изначально. У него очень адекватное управление и у него очень хорошая история. Вот Lords of the Fallen, да, прошел, нравится. А Dark Souls не могу, потому что вот отвратительно... На комп переведено, как бы. Переведено, в смысле, ну, вы поняли. Перенесено с консолей. Вот. Потому что управление абсолютно консольное, меня это раздражает. Я, как истинный ПК-боярин, предпочитаю клавиатуру и мышку.
Так. Мне по-хорошему прямо сейчас магаз найти. Взорвать молодца, чтобы сделка была с шансом 75,5%. И уходить на сделку. Так, ключ, спасибо. Но нет, я уйду, видимо, сразу на сделку. Ну, по крайней мере, я попробую. А там уже найдем и сокровищницу. Блин, не вижу. Сейчас. Я вот тут подумал. А почему бы и не задонатить? Аспириту доминатус, домине, либернос. Спасибо большое, Квадроп, за донат. А почему бы и не задонатить? Вообще, нормальный вопрос. А потому что деньги на Новый год самому нужны. Как тебе такой ответ? Ну, спасибо большое за донат, конечно. Не, я уже говорил, ребят, деньги на Новый год вам важнее, чем мне. Потому что, ну, надо там родных радовать. Я-то подарки своим уже купил. Никто не слушает. Вот. Покупайте своим родным подарки, это же круто. Больше подарков. Подарков мало, много не бывает. Вот. Больше подарков, богу подарков. Дед Мороз, то бишь. У меня вот, например, опять же, принято, ну, в семье. Когда я был маленький, мне говорили, ну, типа, спрашивали, что ты хочешь от Деда Мороза? А сейчас у нас принято подарки говорить, что хотят. Но вот в итоге ни я, ни мама моя не хотим ничего из вещей. Потому что полно в доме вещей, и, собственно, нам всего хватает. Вот мы хотим сладости. Поэтому мне подарят сладости, я не знаю, как я. Мама просто сказала, она очень любит Рафаэла у меня. Поэтому мы, я ей купил просто вот... Помните вот этот Рафаэльный торт? Огромная байда Рафаэла. Там она буквально полторы штуки стоит. Вот. И там просто Рафаэл, я не знаю, обожраться на весь год. Вот я ее купил, я думаю, она будет очень довольна, например. Вот. Так что дарите подарки родным. Спасибо за фоллоу. Вот. Дарите подарки родным, это круто. Ай. Мяа, Крампус. Если попадется башка Крампуса, я ее заролю. И высокий шанс того, что когда я ее заролю, мне попадется артефакт из комнаты дьявола. Все-таки. Уголь. Нужен ли мне уголь? Я не уверен, на самом деле. Оп, а хвост Гапи, да, хвост Гапи мне точно нужен. Ай. Не, конечно, спасибо Фэнни Пэк за то, что я получил бомбу. Но, блин, все равно неприятный урон получать. Вот я бы поспорил насчет клавы мыши и DS2. Ну, Квадров, я понимаю, что надо с помощью проходить с помощью геймпада. Но все-таки клава мышка. Отцу мышку говорю, не, это ты говорил точно. Матери духе, тогда ладно. А что школьникам типа меня что дарить? Подари им хорошо приготовленное что-нибудь. Подари им еду, если не можешь материально что-нибудь купить. Не делай подарки своими руками, на самом деле это бред. То есть вот это вот подделки всякие. Не, приготовь им что-нибудь вкусное. Тоже неплохо. Оценки хорошие, так мне так говорили. А, прикольно. Всем привет, а где передайзик? Здорово, передайзика по выходным не бывает. Иногда бывает, но это исключение из правил. Ну вот совсем иногда, да? В основном по выходным я пускаю чисто айзика. Вот и до. Ну может после, если мне совсем сегодня не попрет. Вот вчера мне, например, айзика ну совсем не перло, вы помните. Я просто пущу после него что-нибудь. Вот и все. Так, ай-яй-яй-яй-яй, ну ладно. Не, в принципе, ай-яй-яй нормально был. То есть и ключик, и деньги, и все подряд. Касание мидасов по-прежнему рулет. Так, что у нас тут? 10 бомб или инфестейшн 1? Не. Я не хочу ни того, ни другого. Сейчас надо D6 накопить за счет комнат. Заролить, ни хрена не получить. D6 накопить за счет батарейки в магазине. Заролить и получить классную вещь. Такой план. Question Макс. Question Pill. Ну-ка, ну, у меня... Да хватит от меня убегать. Так. Вверх, вот, магаз, отлично. Ай. Не, забавно, что они примерзают, плохо, что они ничего не дают. Не примерзают, а призолотневают. Пока. Так, ать. Батарейка на халявной есть, это плюс. Ключ на ключ и бомба, это тоже плюс. Такс. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Кардек, давай. Чтобы мне не пилюли дропались, а только-только карты. Теперь у меня будут дропаться только карты, всем карты и ничего больше, кроме карт. Так, это гуд. Дальше мы проходим эту комнату. О, давай вот так. И вот так.
Денег много не бывает. Ну, если только их не 99 уже. D6 зарядили и идем в сокровищницу. Кстати, в магазине нету батарейки, но батарейка есть перед магазином. Спасибо моей батарейке фолловеру, что она упала. Так, пробел. Полная фигня, кстати говоря. Да. Еще два ключа. Ладно. Подари своими руками, изи. Ну-ка. А, ну у тебя... Квадроп, у тебя-то да. У тебя это можно практически. Вот. Кто в ахуе увлекается, это ок. Квадроп разукрашивает модельки вахабитов. Очень классно. Поделки своими руками это бред, what? Поделки своими руками бред, если ты малыш, ну то бишь школьник. Я понимаю, что некоторые делают поделки своими руками безумно классные, но то, что я в своей жизни встречал, это... Не очень, вот так вот скажем. Я что-то привык к исключениям, ХС поганое. Это нормально, у меня завтра будет Heroes Age передайзик. Они начали ссориться, мать говорила, что разведется, но сейчас вроде немного лучше, мы на НГ вместе экзотик кухню делать. Вот мать, слушай, отец КЗ пока, мне тоже. Так вот, шаг, выложи на стенке рецепт чего-нибудь экзотичного. Блин, приготовь вот эту курицу в вине, которую Строганов. Вполне себе нормально. А вообще по экзотике... Я сомневаюсь, что у тебя есть унаги или вустерширский соус, на самом деле, для экзотики. Экзотичного для русского человека. Экзотик, экзотик, экзотик. Сейчас, дай подумать. Я думаю, тебе можно сделать что-нибудь в греческой или в итальянской кухне. Я сейчас только не могу вот чисто придумать что, потому что в греческой кухне можно сделать очень классный кусок говядины или свинины прожаренной, но с особыми специями. Этих специй у тебя вряд ли тоже есть. Ну, то есть, вряд ли эти специи тоже у тебя есть, вот так вот скажем. По-русски. Хотя детские аппликательские чесочек и шишки, и спичек меня в детстве тоже бесили. Вот я про это же, Квадроп. А до пятого класса заставили штамповать и дарить все эти вещи по КД. Вот я тебе абсолютно про то же, Квадроп. Вот эти вот свои поделки, поделки своими руками, вот я про них же и говорю. То есть вот эти человечки шишек и так далее, это все бред. А вот делаю что-нибудь своими руками, ну-ка пробел. И вот сейчас мне должно было дать что-нибудь хорошее. Но нет, в итоге снова бред. Что бы взять тогда, а? Книга, она классная, она показывает секретную комнату, может сработать как компас. А Арлекин это просто классный фолловер, который наносит 4 урона раздваивающимися слезами. Ну ладно, пускай будет Арлекин, и погнали на следующий этаж. Может хоть там что-нибудь полезное будет. Мистериос Кэнди тоже ок. Погнали. Может курица терияки? А у тебя есть кунжутное масло, скажи мне? Если есть кунжутное масло, то можно курицу терияки сделать. Для курицы терияки нужно кунжутное масло, мед, соевый соус, сок лайма, оливковое масло и кунжутные семки, не обжаренные. В принципе, тогда да, тогда можешь делать курицу терияки. Я ее себе делаю очень часто, просто потому что мне нравится этот вкус. У меня мои не очень любят остроту, а курица она такая получается, знаешь, кисло-сладко-остренькая. Вот. Если твои любят, то им понравится. Но кунжутное масло я видел только в Ашане и только один раз в жизни, когда там была французская распродажа. И я его сразу купил, и я доволен был. У меня уже пол банки, пол бутылки этого кунжутного масла ушло. Его добавляется буквально там чайная ложка каждый раз. Но вот уже на уходило, наготовил. Я на самом деле про экзотику думаю именно про греческую кухню чаще всего. Или итальянскую. Попробуем пасту приготовить этого... Как его? Ох, господи. Сейчас.
На Б же как-то. Б-б-б-б-б. Как эту пасту называется? Ё-моё, я забыл. Как этот соус называется вместе с пастой? Красный, томатный. Б-б-б-б-б-б-б-б-б. Не бальзамик. Б-б-б-б-б. Оно же рагу еще. Не бешамель. Вообще из головы вылетел. Что за бред? Пасту с кальмарами и сливочным соусом тоже можно. Болоньезе, точно. Базилио. Пасту болоньезе можем приготовить. Если у тебя есть молотые томаты, базилик, оливковое масло хорошее, чуть-чуть оливок туда можно добавить. Действительно, можно приготовить пасту болоньезе. С кальмарами и сливочным соусом тоже неплохо, если у тебя любят морепродукты. Это хорошо заходит. Шаг посмотрел. Тут... Чего? Туза что-то не очень понравилось. Но это на любителя, Альпа. Туз не так много говорит, как я. Мы в основном играем чисто вот, ну... Как-то не на стрим, а для себя, в общем. Так. Бульон. Пасту бульон приготовь, почему бы и нет. И пей, и ешь. Доширак, короче, вот. Чистая паста бульон, почему бы вообще нет, да? Да. Хм, может курить та-та-та-та-та-та. Паста карбонара тоже ничего. Для пасты карбонара нужен бекон хороший. Его сейчас в наше время очень тяжело достать. Хороший бекончик. Ну и где ты? Невидимый кусок хрени. Так, еще раз тролл-бомба. Ну, почему только бомба, а? Так, монетки мы соберем, конечно. Теперь надо сокровищницу найти. Чем быстрее, тем лучше. И желательно найти где-нибудь еще хп, потому что моя хп меня совсем смущать начинает. Блин, классная музыка. Ой. Где со... Вот. Только хотел возмущаться, где моя сокровищница. Она появилась сразу. Сплошной стресс. Ужас. Оп! Ей! Бандаж! Одно красное сердечко, два синих сердечка и полный отхил сверху. Это великолепная вещь. Ай. Да ай! Ну и да, когда вам наносится урон, с вас может дропнуть... Не-не-не, это не бандаж, это old bandage, это не супер бандаж. Это мне сейчас за счет Funny Pack от хил дропнулся. Как ты меня бесишь! Блин, все синие сердечки, считай, потерял. Просто на этих мразях. Обидка. Печалька, досадка. Хорошо полет с самого начала взял. А то на этой комнате я бы потерял тоже кучу хп. Так, тут у нас еще бесконечные бомбы, великолепно. Надо будет находить секретку, суперсекретку. И перед боссом нам надо уйти в магазин, на самом деле. Мне надо взрывать теперь в магазине кипера, чтобы больше шанс сделки был. Потому что сейчас сделка, считай, вообще никакая. Вот, магаз, хорошо. И еще батарейка. И грит твою налево. Ну. Ау. По-моему, она пыталась отклонить у меня снаряд, и я все равно в него сам лицом впилился. Сдается мне. Квартира. Неприятно. О, ладно, приятно, как скажешь. Steam Sale на Некрополис 1. Это гуд. Плюс урончик за счет Стивена тоже. Ок. У меня валяется куча батареек здесь, поэтому с босса я надеюсь получить хорошее... Ой-ой-ой-ой-ой, это еще и блоу. Он еще и элитный, твою налево. Пока он в страхе, он не будет прыгать, он будет атаковать вообще куда глаза глядят. Ух, зараза. Блин, я еще и сдохну сейчас могу. Совсем обидно.
Долли, 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 Долли. Пускай Долли будет. Ей, черное, серое, черное. Фух, повезло. Никакой сделки пофигу уже, вообще пофигу. Главное, что выжил на этом долбанном блоте. Так, ладно. Выжил, все хорошо, все гуд. Пора сокровищницу искать, точнее секрет. Петро, Петро это хорошо. Хотя у меня даже есть, но Петро это все равно хорошо. Temperance. Давай чуть-чуть подюкаем все денежки. И взорвем ее. Так, возьмем с собой смерть. Подмышку вперед. Батарейка и на выход, наверное. Мне здесь больше ничего не осталось. Так. И ать. И на выход. А, стоп. Отхил. Вот. И на выход. Йоп. Эх. Спасибо за стрим, братюнь. Да, нет. Тут молодцы есть, бывает. Так, мои печеньки в конце концов. Может, печеньки в конце концов? Ну, может быть. Тут за... сейчас засел в Warframe, смотреть на доедать, на всячески с людьми посидеть или на фон поставить можно всегда. А вот назад будущее или финалку смотрю с удовольствием. Ну, в принципе, да, не, Warframe это ок, мне нравится, I like it. Только играть, не смотреть. Смотреть, ну, такое, на фон можно поставить просмотр Warframe. Ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля. Без друзей Леня, кто зок на их уровень заработал кучу денег и вещей качнул. Что хотел, теперь точно заброшу фрейм, мне еще танчики в тундре качать. Ой, фу, тундра это. Честно, тундра совсем надоела. Не знаю, я в вот играл, ну то есть в картошке на танке около 3 лет. А в тундру я что-то не продержался даже месяца 3, наверное. Мне просто быстро-быстро надоела тундра. А вот вотовские танчики я задротил очень много в свое время. Хорошо доли была. Честное слово, и скорострельность дала, и сердечки необходимо. Вау, хеда за кипер, спасибо. Теперь при попадании по врагу у меня еще и монетки будут дропаться. Больше монеток. А только с анимидасом же не справляется, правильно? Правильно, значит надо еще больше монеток. Последний этаж в магазин. Я надеюсь, здесь будет обновление и еще какой-нибудь артефакт. Давай, 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 давай. Нет. Зато есть БФФ. Big fucking friend. Теперь у меня большие, блин, друзья. А, свинка-копилка. Нет. PHD. Нет. Руна Петро попозже. Ща мы что-нибудь вырвем себе в магазинчике. Ща. Батарейка. Блин, можешь вот скачать, это только КС... А, только и 7 и первый 60. Да такое себе, на самом деле, бумеранг. Нет, погнали дальше. Хотя, я думаю, здесь уже босс будет, сокровищница где-то пропустил. Да, здесь будет мама. Ай. Погнали. Назад. Ищем сокровищницу. Прячем. Здорово. Мой батька до сих пор задротит. Вот. У меня дед сыграл только в героев. На самом деле. Его не интересовали вообще никакие другие. Это я знаю, что надо делать. Да. Это, пожалуй, только так проходит, когда у вас есть касание Мидаса. Щуп-даву. Его тоже надо будет зарулить. Господи, сколько всего надо зарулить? Просто ужас какой-то. А Петро руны я держу до самого последнего, до сделки, на самом деле. Мне Петро руны не хочется тратить просто так здесь. Мне нужно просто так заряжать сейчас. И отпусти меня, чудо-трава, господи. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Мой станчик на корабле пересел. Эти волосатики говорят хай, прямое неуважение. В смысле? Ты про что, Рип? Ты про каких волосатиков? Ладно. Шаг, что делаешь, шуб-да-вуп? Это такая мини-сера. Сейчас, я перед тем, как заролить, я покажу, окей. Это артефакт на пробел. Перезаряжается 2 комнаты и, по сути, является мини-мини-серой. Он наносит очень мало урона, действует очень недолго, но... Как приколюху можно, почему бы и нет.
Если у вас нет другого артефакта на пробел, это неплохой выбор. Да. А если есть, в моем случае это D6, блин. D6 гораздо лучше. Весь пол уже как после конфетти окрашен. Так, вечное сердечко, окей. Пойдем, покажу человеку, как шуб-даву. Мне все равно надо ее взять, если я ее еще не щупал. Вот. Чудо-трава. Мне не хватило терпения до десяток, в случае... Да я даже девятку не купил. Бывает, не, у меня в топе было, по-моему, 4 танка топовых, что ли. Вот, смотри, нажимаешь пробел, у тебя становится такое вот лицо. И дальше нажимаешь любую стрелку, и вот тебе сера. Все. Раз в две комнаты. Памперс, нет, спасибо. Мне уже хватило один раз. Спасибо, интересно будет глянуть, который перед боссом был. Вот эти мобы странные, на прыщи похожи. А, перед боссом, да. Да-да-да. Что большая батарейка, которая летает за тобой, делает? Это фолловер, который, а, может перезаряжать мои предметы. Ну, то есть, вот пока я бью врагов, он рандомно может добавить 1, 2, 3 заряда к моему предмету. Вот. Плюс она дропает батарейку по окончании зачистки комнаты. Иногда. А, плюс она может заморозить всех врагов в комнате. Короче, убер полезная штука, на самом деле. Сейчас я немного здесь поиграю, как раз почитаю чатик, я надеюсь выбить орбиталочку себе. А, вот бы, блин. Тролл-бомба, видимо, упала. Окей, значит, вот сюда вот. Вот бы шуб-да-вуп с планеты не рубит, жалко, серо рубит, а он нет. Ну, такое себе. Да пофигу, на самом деле, это достаточно слабая интерпретация серы, чтобы вот прямо жалеть об этом. Не знаю, ну вот, чисто с моей точки зрения. Шокерон, привет. Здарова, Арчи. Блин, ну это серый такой классный цвет. Да, классный, не спорю. Ну-ка, скатоли, давай. Не-е-е, зажал. Чё памперсы делать? Я их подбирал, вроде ничего плохого не делал. Когда ты стреляешь, ты в момент стрельбы в рандомное время пукаешь, и под тобой образуется бомба, которая тебя взрывает, если ты вовремя не уйдешь. Поэтому я памперсы очень не люблю. Конечно, на халявные бомбы, и два раза в гридмоде я их даже брал, ну потому что на халяву бомбы в гридмоде-то. Роллы, считай. Вот, но по сути, не люблю. Серый континуум не робит вообще жесть. Я не помню, по-моему нет, по-моему серый континуум не работает. Работает хорошо серый и атака монстра, легкий монстр в смысле. Так, бомбы, окей. Адепт слепой обезьяны. Я смотрю, ты не только ту за Вуконгом достал, да, Арч? Сегодня, кстати, наверное, надо будет опять башни фармить. Мне еще, кстати, друг моего детства, школьный, подарил одну игрушку забавную. Очень-очень интересную головоломку. Я думаю, на тузу пойдет, потому что эти головоломки основаны на конвейерах. Я не адепт, я основатель. Лучший фолловер, по твоему мнению? Пожалуй, Лил Бримин. Да, Лил Бримин, пожалуй. Супер фолловер, конечно, хорош. Он вообще там много чего дает, но он из трех фолловеров сочетается. Вообще, Лил Брими. Кто еще? Суккуб Инкуб, но это безусловно. Я их даже немного за фолловеров не считаю. Это такие отдельные личности. Вот, вообще, Лил Брими, пожалуй, весьма топовый. Да. Ну, халявное сердце сразу. Здорово. Так, проходим до конца, наверное. Я надеюсь все-таки зарядить твой D6. Мне нужна на халяву выпавшая батареечка, чтобы это сделать. Вот, будем надеяться, что она мне все-таки будет. И... Ай-яй-яй. Что у нас тут? Бомба. Конечно, здесь бомба. Почему бы и нет? Так,
минус. Батарейки пока не выпадают. D6 пока не перезаряжается. Я даже не знаю, что памперсы что ли придется брать. Хотя, с другой стороны, лучше тогда вообще ничего не брать, на самом деле. Так, хп нету. Угу. Я еще не был в сокровищнице, оказывается. Я даже не осознавал этого. Ну ладно. Так, что за карта? Карта Against Humanity. У меня есть 2 на 2 рума, но она маленькая. Мы посмотрим, что мы с ней сможем сделать. Как только я здесь все взорву. Хм. Очень полезный, блин, этаж. Ладно, что на сокровищнице здесь? Опа, Крикетс Бадди. Да, пожалуй. С Крикетс Бадди, которые будут раздаваться, ну, вот эти монетки, которые разделяются на монетки, которые тоже могут дропнуть монетки и так далее и тому подобное. Ей, я до 6 зарядил. Спасибо. Ай. Такс. До 6 заряжен. Карта Against Humanity есть. Я ее оставлю, наверное, на потом. Если не буду использовать сейчас вот этой длинной комнате. Да? И пробел. Ghost Baby придется взять. Потому что вот. Так, что у нас за длинная комната была? Я уже не помню. Отлично. Длинная, пустая. Прям муа, идеально. Юзаем. Эх, магаз бы еще хороший был бы. Ё-моё. Так, а где Petrify Poops? Стоп. Спасибо касанию Мидаса. Отсюда появляются Golden Poops. То есть вот эти вот золотые, они чисто за счет Мидаса появились. И денег просто попой обкушайся, я не знаю. Есть, Petrify Poop готово. И теперь у меня сердечки, деньги, деньги, сердечки, сердечки, деньги, деньги, сердечки, сердечки, деньги. Еще больше денег, больше сердечек, сердечки, деньги, деньги, сердечки, сердечки, деньги. Короче, вы понимаете, да, теперь, как я на первом этаже получил 99 монет. В принципе, касание медасы, конечно, хорошо, но и просто так здесь выпадают просто тучи, тучи и тучи и тучи и тучи денег. Можно, кстати, задонатить пока. Потому что я могу. Добро всякого шаг, добро всякого чатик. Здорово, Флат. Напугали, разбудили, молодцы вообще. Такой. Дарю тебе меч. Удачливый меч? Окей, спасибо. Шаг, мы вчера так истерили ночью. Че у вас там было? Теперь Джесс нас ненавидит и проклинает? Да ладно, что такое? Че вы с ней сделали? Лучше так ответил. Инкуб, суккуб. Ну такое. Облили чай плед... Чаем плед ей? С ума сошли, что ли? Челленджи какие-нибудь остались? Нет, у меня же 1%. Весь чатик оживили за 9 секунд. Наркоманы. Там был... А, да я понимаю. Короче, не зря ушел спать, я уже понял. Вообще не зря ушел спать. А по-хорошему, на самом деле, руны Петро можно и до сундука сохранить, правильно? По идее, можно. Хм... Либо сейчас на дьявола потратить. Посмотрим, что у нас на дьяволе будет. Сначала надо маму, безусловно. Опять великая куча денег, потому что я могу. Потому что Крикетс Бадди вместе с касанием, ну, с этим, с монетками. Потому что касание Мидаса. Потому что я сейчас вообще на золоте завязан от и до. Золотой малыш, короче. Так. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Сундук. И так, церемониал роб вообще хорошая вещь. Это ок. А вот это хрень. Есть! Есть! Ошейник гапи. 2 из 3 гапи у нас есть. Возможно, скоро станем кошкой. Елкет. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Потивот, чего? Что ты сделал? А, ну это карта просто такая. А да ты так написал странно, потивот заседает все комнату. Я такой, что? У меня появилась теория. На главном экране игры есть 6 монет. А, да, Флат, Флат, посмотри. Очень интересно. Может быть теория, но она такая. Слушай, ни хрена себе красота. Офигенно, Флат. Классные шапки, классная игрушечка. Ты забыл карту смерти? Да ну ее нахрен, а? Блин, вот месяц смотрю, думал, забывает менять название. А нет, Шак реально играет в это постоянно. Да нет, играю, да.
музыку. Блин, классная музыка, не знаю, она мне что-то так прёт. Прёт! Угу. Классная музыка. Только Мани Пауэр нет, к сожалению, да. Зачем так сильно нужен Гаппи? Потому что от каждого твоего выстрела по врагам у тебя спаунятся мухи, которые наносят 2,5 твоего урона. То есть твой урон умножается на 2,5 за каждую муху. Не, в смысле, не так. Каждая муха наносит врагам урон, равным твоему урону, умноженным на 2,5. Вот так, а то неправильно поймете еще. Вы можете, я знаю. Еще и с тарелочками, просто обожаю. Ау, блин, зараза. Часто, вот ни хрена несправедливо на самом деле. Во, видишь, на халяву, вот, что делает батарейка Фолловер, да? У меня D6 зарядился просто так, на халяву посреди комнаты. Бесконечная бомба, окей. Ау. Мне бы сейчас сюда вафли. Было бы совсем шикарно. Но ее, к сожалению, нет. Шел по хашке. My god, is that amazing? Спасибо за фоллоу. Так, перед боссом. Снижаем. О, господи, это опять блот. Слава богу, он не элитный теперь, а. Ну и да, проходит он полегче. С урончиком там. Так, что ты мне дашь? ХП? Нет. ХП и полный отхил? Нет. Хочу большего. Батарейка. Скорость. Да, вот скорость мне нужна. Скорость у меня единичка, и неплохо было прибавить. Плюс 0,6. Окей. Так, мне сейчас 6 раз взорвать автомат доната. Флат, если можешь, да, взорви, пожалуйста. Грид-мод донат, 6 раз взорви автомат. Посмотрим, что будет. Что за паровоз из крипов за ним гоняется? Это мои фолловеры, ты что? Это же фолловеры, не крипы. А с БФФ не сильнее? Вообще сильнее, конечно, но... Не знаю, на самом деле. У меня, конечно, есть Big Fucking Friends, но я его чисто на батарейке не проверял. Да и не надо, я думаю. О, скорострельность 4, это хорошо. Это полезно. Чока! Отлично, если мне... Не. Джокера лучше приберечь на собор, когда мы в комнате дьявола можем попасть только с помощью карты Джокер. Потому что на соборе, на Даркруме, на Шиоле и на сундуке невозможно достать сделку с дьяволом. Там 0%, просто, как факт. Халява отсутствует, так сказать. И для этого еще заряженный D6 как бы нужен, чтобы на сатану пойти. Да, вот такой вот, да, спасибо. Вах! Тихо, спокуха. Постепенно. Так, дальше. Я надеюсь, что это не гигантская сволочь. Только стоило сказать, что я надеюсь, что это не гигантская сайдрума, как это она и оказалась. Обидно. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Можете немножко пояснить теорию с монетами, что это значит? В смысле? Крикетс хед и кипер хед. Да. Крикетс бади только. Крикетс бади и хед да кипер. Всем привет. Здарова. Уточняю. Мухи с БФФ. Нет, мухи с БФФ. На Гаппи не работает БФФ. Но на Гаппи работает Giant Flies and Spiders. Поэтому БФФ на Гаппи нет. А вот Giant Flies and Spiders, да, лучше покупать. Причем лучше покупать всегда, мало ли станешь ты Гаппи или нет, ты же не знаешь заранее, правильно? Хайрофант, хорошо. Так, еще один шанс заработать нам орбиталочек, погнали. Я пока чатик почитаю. Ты говорил ничто, кроме Роид Рейдж, 0,6 не прибавляет, дезинфа. Ложка прибавляет 0,3, сейчас у меня просто за счет чего-то, вот какой-то артефакт у меня еще есть, который удваивает прок скорости, я не уверен в этом. Но ложка всегда прибавляла по 0,3, поэтому рип не дезинфа.
Я сотни раз брал эту ложку, и она всегда плюс 0,3 скорость давала. Я сам немного офигел, что она дала 0,6. Ну, типа, ок. Лишним скорость все равно не будет. Лишней. Мне кажется, мне придется через 2 на 2 комнату идти в итоге. Шаг, упоротая идея. Назови каждого фолловера в честь в игре чьим-то ником. Например, Флаттенку, всемогущий, сильный. Да ну, я не запомню. Шаг, я пока не бахнул ребят. Чего? Ну, бывает. И такое бывает. В обычной игре гапи на фолловеров работает. На некоторых фолловеров... О, доллар. Суицид Кинг. Ох, что я могу сейчас натворить с Суицид Кингом. Я могу сам себя убить. Ну, в принципе, я это сделал. Ошейник гапи у меня есть, в принципе, да? Но пока что мне терять хп не хочется. Если я все хп внезапно потеряю, да, я засуицидюсь с Кингом. Странная фраза, ну ладно. Так, дальше. Взрывная ухахашка, насколько я помню. Не хочу ее тут видеть. Какой притягательный мужик попался, а? Точнее, не мужик, червяк. И не червяк, безголовый. Ну да ладно. Глюч. Мозг, уходи. Вот. Все, вот это, по идее, точно должен быть путь к боссу. Вот прям стопудняк. Потому что иначе это жопа какая-то, я не знаю. Так. Тавор. Нет. Так, да. Сердце. Блин, сделки нету. Ладно, идем в собор и юзаем Джокера. Вот так вот. Ля-ля-ля. Вообще, на идеале для начала завалить синим ножом в оригинале, а потом переть в ребят. Да ладно, можно сразу в ребят выходить. Ты что, а потом и во второй ребят. Здравствуй, дружище Шак, рад тебя слышать. Здорово, и я тебя рад видеть. Так, погнали, Кьюшка. ХП реген. Не. Опа, асэк даггер, да. Почему бы и нет? Вторая орбиталка и очень-очень сильно дамажащая орбиталка. Это хорошо. Очень... смолрок. Это еще лучше. Сейчас главное на Q не нажать случайно, да? А, да-да-да-да-да, музыку вам. Да-да-да-да-да. Так сказать, добавим эпичности. А я помолчу. Уклонился. С наступающим шаг. Сейчас открою, что у тебя там. Но это для себя, как для ачивки, сундук открыт уже. А тогда ок. Новым годом. Спасибо, логирует. Забавно. Экспекто. Прошу прощения за капс, но это же божественно. Да. Я даже полностью зачищу собор, чтобы вы музыкой насладились подольше.
небольшой... О, господи, как громко-то. Чуть уши не лопнули. Я-то надеялся, просто такая тихенькая секреточка. Ага, хрен там. Тихенькая секреточка. Сорян, ребят. Сейчас музыка вернется. Че, прикольно, Аль. Как этот трек найти? Попробуй в ВК написать Ост The Binding of Isaac Собор. Я, честно говоря, не находил. Вот бэт. Ну во, зачистили соборчик. Я даже, наверное, музыку на Айзеке не буду уменьшать, да? На Айзеке она тоже весьма себе прикольная. А чё Шак молчит? Музыка же! Шаг выше... Ку, всем как дела? Здарова, Егорка! Дела вроде ок. Я только чуть-чуть буквально почистил, я так подозреваю. Неплохо. Даже урон не получил. Это прикольно, по-моему. Шаг выше. Чё там, Альпу, секунду. А, Шаг играл в челлендж Suicide King. Взорвал. Да-да-да, Альпа, это я прочел. Молодец. Повезло. Не знаю, как Шаг там не нашел. А я и не искал. Я сказал, что мне это не надо. Так, ну-ка. Так. Широкие выстрелы, да. Розари, да, мое хп.
Остальное пробел. Infestation 2, да. Самонаводка пока что нет. У меня урон 8.43, я даже не ваншоту эти черепочки. Жалко. К сожалению, урона просто вот на соборе недостаточно. Слишком мало урона на соборе, хочу больше. Ну-ка, рак, еще 3 хп сверху. Хорошо. И когда я в комнате получу урон, у меня будет брок вафли, это тоже большой плюс. Мастер оф локпикинг. На самом деле он мне не нужен банально, у меня очень много ключей. Хотя, ладно, пригодится. Вдруг я ключника встречу, правильно? Он мне столько сундуков здесь надюпает, что просто забить. Стоит. Как тебе ножик стоит? Красивый ножик. В лицо им потыкал, полюбовался. Так. Значит, надо вверх зачистить, наверное. Все-таки направо сразу. Так, пробел? Нет. А, взять надо, чтобы не повторялось. Логично. Да-да-да-да-да. Мегабин. Чуть-чуть. Шаг. Такая небольшая просьба. Можно Даркрум почаще, а то вообще с Агнцем не особо знаком. Даркрум, ну банально, смотри, когда ты идешь в собор, ты получаешь кучу классных артефактов, да, ну там, типа, я не говорю, что прям имбу собираешь, но все равно приятно. А когда ты идешь в Даркрум, тебя ждут только долбанные красные сундуки и боль, много боли, и красные сундуки и боль. Я туда иду, только если я прям, ну, крайне уверен в своем билде. Но сейчас я был не крайне уверен в своем билде, он, конечно, хороший, но урона было очень мало, да. Ну, в принципе, ну, можно попробовать еще в обычку сходить в какую-нибудь. Я, может, за это на сегодня поиграю, да? В обычку. Сходим, посмотрим, что такое Dark Room у нас будет. Каково в ней будет у нас. Четвертак. Brother Bobby. Это все окей, конечно. Потому что почему бы не взять четвертак, когда у вас 99 монет, правда? Но это еще один артефакт. И если я встречу D4... Я это делал, конечно, за ролик. Либра. Хм. А надо ли мне сейчас либру брать? Мне кажется, что она уменьшит мой урон и уменьшит скорострельность. Хм. Давайте попробуем, чего бы нет. Не, плюс, вот. Скорострельность уменьшила, но урон увеличила. Окей. И скорость подняла, кстати говоря, простую. Тоже неплохо. Не самый плохой артефакт, когда вам надо разбалансить себя. Но иногда она не прокает. Точнее, прокает, но очень плохо. Так, минус. Shield of Tears. Да, пускай будет, чего ж там. Защитные монетки. Так, надо D6 использовать. Crack the Sky. Нет, спасибо. Хм. С чего у меня вдруг еще больше урон поднялся? Я не знаю, даже не спрашивайте. А, стоп. Вот здесь надо последним убить как раз похоть. Похоть должна умереть последним, мне вирус нужен. Есть, вот. Ей, работает. Так, я 2 из 3 наркоман, осталось еще одно получить. Ну плюс, да, касание Мидаса, вирус, все дела, как заказывали, ребят. В итоге вирус я все-таки нашел, пускай только в сундуке, но нашел. Так, паразит, пускай будет, конечно, сплитшот. Сплитшот с крикет с бадита, а? Отличные слезы, правда? Всем сплитшотом на сплитшот. А, всем привет. Здорово, Хигисоп. Ладно, шаг, я отошел. Давай. Есть такое предложение, нужен D4. Да. Странно, что ты еще не превратился в Соединенного, так много фолловеров. А, фолловеры немного не те. Только проснулся и уже стрим подписываюсь. Молодец. Шаг, забыл упомянуть, что батарейка может заморозить врага. Не, я не забыл.
У меня чест первый открылся. Это нормально. Кстати, это абсолютно нормально. У многих чест первый открывается. Потому что банально вы проходите чаще собор, а не Dark Room. О, не Шоу, в смысле. Ким Кит тоже окей, но нет. Ну, будет еще что паролить. Ну, сейчас билд уже неплохой, в принципе. 9,5 урона плюс монетки, которые раздваиваются, которые раздваиваются. Это здорово. Представляете, если бы у меня фетуш еще был. Это вообще забей. Сам ты зря. Так, тут pills here. Pills. На, ну да, карт. Cards here. Так. Тауэр сменим на помешанного. Помешанного, блин, повешенного. Взрывная муха, почему бы и нет? Огромная взрывная муха, да? Классно выглядит. Жирная такая. Урон такая много, наверное. Не! О, господи! Что, Дипония? Привет, Шак, это я, Яр. Вот тебе Дипония, первая капа с наилучшим пожеланием. Спасибо за подарок, Яр. Я Дипонию только видел, я ее не проходил. Но я по квестам не сильно угораю. Ну, спасибо за подарок. Я видел, как Дипонию проходит Антяй. Интересная игрушка, но такой. Привет, Яр. Здорово, Яр. Здорово, Яр. Привет, Шак, да. Шак, привет. Здорово, Грин. Ля-ля-ля. Для новичков, которые дезинформируют, сундук открывается 6 победами над Айзиком. Dark Room 6 победы над Сатаной. Логика, кого чаще валишь, того быстрее откроешь. Ну да, логично. Что-то я их долго убиваю, я прям заметил. Урон, конечно, 9,5, но... Не. Е-койл, окей. Ау. Так, здесь последнего, наверное, бомбера надо убивать. Да. О, двойной выстрел. Да, есть же. Хоть чуть-чуть больше урончика да будет. Так, теперь ищем секретки. Не суперсекретки. Так, супер-пупер секретная. Тут может быть, тут может быть. Та-та-та-та-та-та. Так, тут я проверил секретку. Здесь я проверял. Вот. Так, секретка найдена. Тут куча карт будет, а не пилюль. Потому что у меня пилюль не могут выпадать, а карты могут. То в Diamonds? Конечно, почему бы и нет. Так, теперь супер секретно. Где она у нас может еще быть? Хм. Например, тут. И тут. Так, тут. Хм. Супер-пупер секретная. Слишком секретная, чтобы быть правдой. Может, на самом верху тогда? В противоположной стороне от босса уж совсем. Вот здесь, например, тут или тут. Нет, так. Здесь. Мя! Арч! Чего шокируем? Подарком по жопе, на! Спасибо большое за подарок, Арч, а что это такое? Unknown Package 81804. А что это такое? Это что за Unknown Package, Arch? Подарком по жопе, на, блин. Спасибо за... Я бы знал, что это такое еще. Так, ну-ка. Арч, ты мне напиши, что ты мне подарил, а то я же не вижу. Я не знаю, честно говоря, что это за unknown package. Я первый раз такое вижу. Хз, в стиме пришло две штуки. Один открыл. Что-то добавил в библиотеку. А у меня его даже в стиме нет. Нет, у меня написано, добавлено в библиотеку. Я такой, типа, окей, смотрю инвентарь. В инвентаре ничего нету.
Карты, фоны, смайлики. Нет. Слушай, это странно. Так, чего? Шаг, ну шаг, хотя бы попробуй, типа. Не, я попробую. Теория опровергнута. Сейчас, ребят, погодь. Ля-ля-ля-ля-ля. Шаг, привет, так ответил. Больше не взорвал 7 раз, эффект на 0. Спасибо, Влад. Да, забыл написать с Новым годом. Да, с наступающим. Играть нет. Это чувство, когда лопатой открыл Dark Room, а сатанубил всего 2 раза. Это норма, да. Хм. Честно говоря, я не знаю, чем мне добавилось. Я как-нибудь попробую посмотреть. Never alone. Так, мне это было. Хм. Ну, окей, спасибо, Арч. Так. Да-да-да-да-да, секретки. Супер секретки, вернее. Кажется, что она все-таки ближе к боссу, чем я думал. Так, да-да-да, сейчас это важнее. Тут она не может. Хотя, она может же быть здесь, краев. Я здесь еще ничего не взорвал. Так, только не туда. Вот здесь вот. Или внизу, совсем внизу. Вот тут вот. Нет. Здесь внизу. Так. О, стоп. Вот и она. И ключника здесь нету. Здесь есть аппарат, который может надавать мне сердечек серых, но я этого, естественно, делать не буду. Потому что мне лень. А в конце, я обещаю, мы эпично сдохнем. Так, двойные выстрелы, сплитшот, крикет с бадди, все взрывается. А, щилда, тирс еще. Вот эта стена сплитовая не дает и его слезам пройти ко мне, вы заметили? Спасибо, щилда, тирс. То есть вообще не дает. Забавно получилось. И взрывная муха такая. Пфф, закончила. Да. Ей, ошейник сработал. Зодиак. The Sun карта. Пробел. Ей, Magic Mushroom, как ты вовремя. Box of Stuff. Two of Clubs, Hierophant. The Hierophant. Эть. Уп-уп-уп-уп-уп-уп-уп-уп-уп. Ладно, ГГ. Здрасте, наступающим. Здорово. Шаг, я не нашел, что добавилось. Без понятия, что это за фигня. Окей. Но все равно, елочкой по жопе, на, с наступающим. И тебе, Арч, наступающим, спасибо. Вообще, елочкой по жопе, на, я уже...